Сорт винограда H2212. Сверхранний срок созревания. Черная ягода. Довольно урожайный сорт. Хорошая устойчивость к болезням листьев. Вкус простой, плоский, простенький такой на любителя. У меня он растет между взрослых кустов, поэтому немножко забит, и урожайность трудно определить. Это самое. И немножко запаздывает, забивают его окружающие кусты. Но будем дальше с ним работать, испытывать. Лист похож на агат донской. А вот происхождение, к сожалению, я не знаю этого сорта. Родительские пары.